Здравствуйте, дорогие мои телезрители и подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема «Кабачки», и она будет не очень большой, но очень и очень полезной для вас, потому что вы все делаете наоборот. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы кабачки выращиваете? Угу. Ну, правильно, посадили в лунку, семечку посеяли, будем говорить красивыми словами, да, накрыли 5-литровой бутылкой, сняли крышечку, и пусть он здесь там растет, пока тепло не станет. Это правильно. Можно в горшочке посадить семена в тепличке, да, взошло, 3 листа можно высаживать. А дальше что вы делаете? А, я знаю что. А дальше, мои милые, вы начинаете также неистово поливать кабачки, и патиссоны в том числе. Как? Вы это делаете с огурцами. Вы зачем это делаете? А вы что думаете, кабачки и огурцы, они что, одинаковые, что ли? У них структура даже разная. Молоденькие зеленцы кабачков, да, они идут в салат, да, они сочные, но у них все равно другая структура. И потом кабачки – это растения, которые пришли к нам из пустынь и полупустынь, то есть там очень сухо. И их там никто, кстати сказать, не поливает. У них достаточно большой корень. Попробуйте выдрать кабачок. Из компостной кучи, например, да, или из кучи мусора. Да в жизни вы его не вырвете, у него там метровые корни, причем такие мощнюги. Мама дорогая называется. Поэтому не надо их так поливать, они гораздо меньше употребляют воды. А теперь про хранение. Привет, меня зовут Евгений Баранников, и уже более 10 лет я работаю шеф-поваром. Совсем недавно я открыл канал на YouTube «Ты чё, повар?», где с вами делюсь своими рецептами и секретами. И если вы хотите баловать своих любимых и близких вкусными и простыми рецептами, подписывайтесь на мой авторский кулинарный канал «Ты чё, повар?». Ссылка в описании под видео. Увидимся, пока! Так вот, хранить кабачки можно только в том случае, если вы вырастили его, смотрите внимательно, больше 60 сантиметров. Меньше он у вас сгниет. А еще гниют кабачки при хранении от того, что вы, ну даже вам в голову не приходит, что уже в августе, перед тем, как их убирать, надо закрыть их пленками, чтобы вода на них уже не попадала. Это и есть причина гниения кабачков при уже осеннем хранении, не то что зимнем. А если они попали под дождь, лучше переработать их на икру. Это все обязательно аукнется. Вы должны помнить это. Так вот, такой кабачок, который не поливали уже месяц, да, 60 сантиметров, мы храним не вот так, вот как поросят, навалили кучами. Нет, мы ставим его на то место, где был цветок, на мордашку, а вот тут торчит хвостик. Причем, когда на хранение, то хвостик должен быть не менее 5-7 сантиметров. Вот тогда с ним ничего не будет. Вот тогда он прекрасно сохранится. Еще раз запомните, нельзя поливать кабачки так часто, как делаете это вы. Они это не любят. И в августе месяце закрываем от осенних дождей. Мы же арбузы закрываем. Ну а чем хуже кабачки-то? Они из той же страны приехали на самом деле. Вот, для того, чтобы было вкусно, сахаристо, чтобы плотной была структура и долго хранилась. На этом закончу. Всего доброго и до свидания.